Всем здорово, пацаны, ребятки. Вспомнил то, что я все-таки живу в Таиланде, и у меня есть какие-то крутые места, кроме как задний двор. В общем, хотел вам сказать, пишите в комменты, куда съездить, заснять видос. Много мест тут прикольных на самом деле. Если вам заходит, то обязательно в комменты. Я съезжу, мне вообще не тяжело, ради видоса без проблем. Смотрите, как здесь, в общем, бегают люди, перекрыто все. Здесь же баскет. Вечером знаю то, что тут зарубаются жестко. Вот такой улочки гуляют. Пятница сегодня. И сейчас буду двигать вон к морю. Что, по поводу того прошлого тройника. У нас все заехало, кроме Рубин, Красноярск. Сыграли 1-1 в основное. Посмотрел эту игру и, честно говоря, был в шоке, сколько моментов они не реализуют. Сколько штанг было, сколько выходов 1 в 0, сколько большинства, сколько там 2 в 1, 3 в 2. Все мимо. В итоге 1-1. Ладно, не расстраиваемся. Это ВХЛ плей-офф. Уже полуфинал. И тут все-таки все зависит от какого-то настроя команд. Там, не знаю, от количества травм, переездов, усталости и так далее. Смотрите, вот гуляю. Нападало растение. Вот отсюда с дерева. В общем, все, видите, бегают люди, кайфуют, занимаются спортом. Все четко. И также на сегодня я собрал, не на сегодня, а на завтра, на первый матч КХЛ, двойничок. Сейчас я вам все расскажу подробно. Что, как и почему. По бурму перебежать. Вот и уже все ближе и ближе к морю. Хорошие матчи нас ждут. Сразу же можно сказать. Смотрите, первый матч СКА-ЦСКА. СКА-ЦСКА. Взял СКА больше 2,5 за 1,85. Так, расскажу свои мысли. Это уже всем, наверное, надоедливый финал конференции СКА-ЦСКА. Здесь, мне кажется, СКА подходит в более лучших условиях, более лучшей форме, более лучший состав. В первую очередь, это вратарь. Как мы знаем, у ЦСКА есть проблемы с вратарем у СКА. Не знаю, по мне хорошие вратари и хорошо стоят. В принципе, нет проблем. Жду от этой серии максимальное количество голов. Не знаю, надоели эти серии, где 1-1. Играют 0-0. Ну, надо же тоже все равно раскрываться. Поэтому сделал здесь СКА 2,5 больше. И от чего я отталкивался, забыл сказать. ЦСКА играла 7 матчей плотно с Локомотивом. Только в последней игре вроде расчехлились. Побежали, забили, выиграли. Отлично. Единственный плюс, то что они были в игровой форме, правильно? А остальное все против них. То есть СКА там уже 2 недели восстановительные мероприятия и какие-то более детальные изучения соперника и так далее. А тут ЦСКА вот буквально пару дней назад сыграл только с Локомотивом. Следующий матч Авангард. Акбарс Авангард. Я взял 1,5 больше Авангард за 1,57. Тут мысли тоже. Авангард сыграл, точнее уже отдыхает достаточно много времени. Акбарс у нас играл с Адмиралом. 6 матчей плотных, настолько плотных, то что я думаю, все выжаты как лимон. И за такое просто количество времени короткое очень тяжело восстановиться. Серьезно, это реально очень тяжело. Когда тем более летаешь в Владивосток, это огромные перелеты. В общем, ужас. И Авангард, я думаю, в принципе подходит в хорошем состоянии. Надеюсь, то, что там Грицук и все ребята, Буше в хорошей форме и надеется выйти в финал. Поэтому здесь, в принципе, Авангард больше 1,5 за такой коэффициент, более чем хорошо. В общем, получился кэп 2,90, поставил 500 рублей, на выходе 1450. Пора бы уже занести и порадоваться вместе с вами тому, что экспрессик зашел. Что еще хотелось бы сказать, пацаны? Подписывайтесь на телеграм-канал, на мой личный. Это я там веду как блог, даю туда бесплатные ставки. Иногда бывает после оплаты, но когда я вижу хороший матч, да, я в принципе и делаю. А так, лишь бы что я не даю, у меня это
нет в этом интереса давать, лишь бы что. Мне интересно, чтобы мы все вместе зарабатывали. Также, пацаны, давайте накидайте комментариев, что думаете сами по этим сериям, что давайте возьмем матч с ЦСКА, все-таки он поинтересней. Ну, не то, что поинтереснее, а просто афиши погромче, поэтому давайте на этом. Что думаете, как закончится первый матч и вообще, в принципе, как закончится серия? Давайте в комментарии пишите обязательно, посмотрим, кто, может быть, кто-то угадает вообще, в принципе. Все вполне возможно. А так вот, здесь набережная, смотрите, все красиво. Тут кораблик вот затопленный. Вон тут все на спорте гуляют. В общем, красота. И да, обязательно еще раз напомню, пишите в комменты, куда съездить. Возможно, съезжу, подсниму там видос. В принципе, мне не сложно, говорю, я только за. Ладно, всем хорошего дня. Будем болеть завтра за матчи и надеюсь, что они занесут. Пацаны, ставьте лайки обязательно, поддерживайте. Это дает очень большой прирост, толчок моему каналу. И я надеюсь, что вам не сложно поставить всего лишь большой там палец вверх и подписаться на канал и оставить комментарий. А для меня это будет большой толчок, большая мотивация. И так для вас я это все делаю. В принципе, поэтому жду от вас лайк, подписка, коммент. Все, теперь вроде бы все сказал. Напоследок еще гляньте вот так. Все, связь.